Добрый день, суббота, где-то, наверное, 11:30 время, 11:30, ну, прогноз пока не совсем оправдывается, то есть по температуре вроде бы до сейчас 3 градуса, хотя должно быть уже 4. Ну, ветер. Прогнозу ветер 1 метр. Пока что дуло весьма смачно. Заведомо больше 1 метра. Ну, вроде бы стихает. Стихает. Но пока что ветер очень холодный. Очень холодный. Поэтому на речке пока тишина. Тишина, в смысле, рыбы. Собрал опять вилочки. Далеко я не хожу, это не мешает. Начну помаленьку. У меня Douglas Sky, 6-й класс, мушка на 17-м крючке, Super Sedge ночной. Начну с нее. Сделал один ход с одной мушкой. Вода очень холодная, и ноги мерзнут, и руки. Шнур обледеневает, ветер очень холодный пока. Хариус выходит и крупный, но выходит далеко. То есть это та граница затопленных островов, внешняя к этому берегу. Вот по ней, как обычно, он и кормится. Крупный и сверху. Так что, если потеплеет, возможно, какой-то шанс и есть половить на сухую мушку сегодня. Сейчас сделаю ход с другой мушкой.
это мушка в стиле Сиди Сиэнделк. И у нее она без хакала, только перо CDC и с тораксом, то есть Сэдж с тораксом. И у нее красно-черные ножки из фазана. Периодически она очень хорошо работает. Каждую рыбалку. Одна-две хороших похлебки на нее бывает. Одну мушку потерял. Видно, из-за того, что отстрелил, из-за того, что холодно. И шнуры, поводки, лески очень жесткие. Из-за низкой температуры легко отстреливаются. Ну что, есть вот первый выход. И недалеко. Ну, вышел один раз и молчит. Попробуем. Где-то вот здесь. Где-то здесь. Вот так вот, блин. Очень скользко. Очень скользко. Ямки. Все тут размылось. Здесь, по сути дела, был берег. Почва. А почва илистая, сами понимаете. Да, где-то здесь. Где-то здесь. Ну вот первый. Выходов не было здесь. Но стоит. Не крупный. Скорее всего. Да. Но на обед пойдет. Я сегодня не брал обеда. С условием, что пойманная рыба идет на обед. Ну, если, конечно, не совсем мелкий. Но вроде бы нормальный. Так что этот идет на обед. И неплохой. Совершенно неплохой хариус. Вот. Пока тихо, решил приготовить обед из пойменного хариуса. Сейчас мы его почистим и пожарим на открытом огне. Вкуснятина. Нужно было, конечно, запечь его в фольге, но хватит. Хочу на решетке. Край, понятно, завтра снег, дождь. Время около 16. Ну, больше я ничего не видел. Появилась дымка, ветер. Ветер холодный. Химтрейлы крутые. Напротив солнца. Посмотрите, как там все крутит. Рядом с солнцем. Ну, жду. Может быть. Но ветер холодный, хоть и не очень сильный, но не слабый, то есть не тот 1 метр, который был обещан.
метеорологами. Время где-то 5:30. Солнце садится. Садится в облака. Вот. Были редкие выходы около 5, далеко. Единичные. Рядом с берегом тишина, ничего. Так что думаю, сегодня это последний день. Нужно закрывать сезон на Ангаре. Может быть, на следующей неделе стоит съездить на какую-то малую речку, где еще, возможно, рыба спускается. Но в Ангаре вода уже очень холодная, очень холодная. Само собой, насекомых. Ночью морозы 6-8 градусов. Поэтому каких-либо насекомых тут ждать не приходится особо. Из-за холодной воды водных насекомых, наверное, тоже поубавилось в зиму. Поэтому сейчас на Ангаре это только классические ангарские снасти с лодки. Может, и с берега, конечно. Так что Ангара, спасибо. И с нахлыстом, наверное, до следующего года. GoPro, стоп! Показывает ошибку. Мелкий совсем. Штиль, но холодно, их мало.